Итак, всем привет, дорогие мои подписчики, а также зрители моего канала. Сегодня я хотела бы рассказать про мои необъемные наклейки. Да, почему я рассказываю только не про объемные, то есть, вы поняли. Вот, потому что у меня их много, а объемных у меня мало, так как я их не использую, потому что личный дневник или смешбук становится очень толстым. Из-за этого я не использую их, а я не очень люблю, когда дневник толстый. Вообще, вот, которые у меня необъемные наклейки, они мне тоже очень нравятся, они тоже красивые. Вот. Давайте сначала я вам расскажу про мои маленькие наклеечки. Вот. Ой, смотрите. Маша и медведь, они светятся в темноте. Вот такая. Вот такая вот собачка. Вот это такие вот. Потом одна у меня большая пачка. Вот тут собачки. Так, посмотрите. Вот. Такие. И давайте дальше посмотрим. Вот, столечко моих наклеек. Да. Сейчас пойдут только собачки. Такие вот. Две у меня остались. Такие три. Там еще вот такие три. Такая одна. Опять одна. Потом целая пачка без одной наклеечки. Вот. Один я использовала лично для них. Итак, дальше сейчас две пачки котов пойдут. Вот. Три пачка. И сзади такая вот раскрасочка. Потом лично для них клеим. Смотрите. Потом вот такие четыре котенка. И дальше сейчас пойдут уже разные наклейки. Недавно я купила бабочки, тут одной только нет. Потом Маша и Медведь. Ой. Классно, вообще люблю Маша и Медведь, они такие прикольные вообще. Потом такой ангел один у меня остался. Но мне очень эти наклейки нравились. Вообще просто они офигенные, классные. И вот такие лошадки. Это вообще классные наклейки. Они как бы 3D. Вообще круто. Вот такие девочки. Прикольные. И одна такая мишка Тедди осталась. Их как бы можно разрезать и станет две, вот, смотрите. Прикольно будет. Потом у меня такие вот звездочки, не знаю, для чего они мне нужны, но просто купила. 9 мая тут немного использовала. Может еще для чего-нибудь пригодятся. И последняя пачка наклеек, это у меня вот такие звездочки. Это звездочки-смайлики. Я показала вам все мои наклейки, которые есть внизу в обсуждениях. Я напишу, сколько у меня всего необъемных наклеек. Вот, кому понравилось это видео, не забывайте поставить мне палец вверх, подписаться на мой канал внизу. Также, как я вас попросила, оставить внизу Также оставьте внизу комментарии, какие ваши самые любимые наклейки. Вот. Пока. Спасибо уже за 10 подписчиков. Всех вас очень сильно люблю. Удачи!